Команда «Старт» из Таншаева – один из лидеров чемпионата Нижегородской области по хоккею в высшей лиге. Уже в первую минуту матча соперник отправил шайбу в наши ворота. Непростым выдался и второй период. Лишь в третьем саровчане смогли, наконец, распечатать ворота таншаевцев. Ну, вышли немножко, не оценили соперника, где-то, может, не настроились. Первый период провалили, во втором что-то не получилось, много было моментов. Не забили. Ну, в третьем более-менее игра выровнялась. Наши игроки уже встречались с таншаевскими хоккеистами в первом туре, уступив 4-2. В этот раз итоговый счет игры 3-5 в пользу гостей. Первых два периода играли хорошо в свою игру. Перед третьим, наверное, чуть расслабились, пропустили два ненужных гола. Потом как-то вроде подсобрались, еще раз изменили встречу там, в пользу нашу, в разрыве две шайбы. Потом опять ненужный гол. Третий период я оцениваю нестабильно, то есть мы как-то слабину дали. Напряженный хоккейный матч доставил много переживаний и болельщикам «Саров-Инвеста». Несмотря на неудачи, горожане изо всех сил поддерживали любимую команду. Игра мне нравится, но могло бы быть, конечно, лучше, но я болею за наших, они молодцы. Достойно борются, но бывают моменты, на мой взгляд, не везет в каких-то моментах. Очень хорошая игра, мы довольны, молодцы, ребята стараются, маленечко не получается, но ничего. Сейчас «Саров-Инвест» занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата. 9 февраля наш клуб на выезде встречается с сокольскими «Медведями». Екатерина Пенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».